И мы начинаем. Снова готовимся к морозу. Синоптики обещают, уже в ближайшие дни в Красноярске похолодает сразу на 20 градусов. Подробнее об этом готова рассказать Елизавета Курочкина. Она сейчас на прямой связи со студией у телекомпании. Лиза, сейчас как на улице? Уже похолодало? Даш, ну на самом деле мороз уже такой достаточно ощутимый. Вот мне без головного убора, без перчаток холодно. И наш монитор, вот сейчас он покажет, что на улице сейчас минус 10 градусов. Утром, я отмечу, было в районе 8-9 часов минус 2, а некоторые сайты показывали, что и 0. Вот так резко похолодало, и по прогнозам синоптиков, так резко будет холодать и на выходных. Ожидается от минус 15 до даже минус 23 градусов. К слову, вот такое похолодание, оно уже сказывается на дорогах нашего города и на загородных трассах. Сегодня, например, перекрывали М-53 в районе Казурского района, но ограничения уже сняли, тем не менее, нужно быть начеку, если вы выезжаете за город. В самом Красноярске сегодня, ближе к 7 часам вечера, были 9-бальные пробки. На некоторых улицах машины буквально колом стояли, вообще не ездили, например, вот в районе Красной площади. Я так полагаю, что все из-за того, что когда было потепление, снег подтаял, сейчас же похолодало, и на дорогах образуются такие ледяные неровности, ну и, как следствие, гололедица. Но вот если на дорогах это сказывается, то надо обезопасить тогда нам самих себя, чтобы такое похолодание никак не сказалось на нашем здоровье. И врачи говорят, что как минимум нужно теплее одеваться, проветривать помещение, ограничить контакты с теми людьми, кто уже заболел, ну и пить горячий чай, пить имбирный чай, как советуют специалисты. Подробный прогноз погоды смотрите в конце выпуска. Даша.